Водитель Наиль Сафиюлин возит пассажиров уже больше 30 лет. Начинал с больших автобусов, а теперь работает в маршрутном такси. Мы же людей водим. Конечно, это самое главное, что безопасность движения, безопасность перевозки пассажиров. Конечно, у нас всегда ответственность большая. Проверку междугородних автобусов, маршруток и такси сотрудники госавтоинспекции совместно с Ростехнадзором проводят каждый месяц. В ходе рейда обращают внимание на техническое состояние пассажирского транспорта. По данным ГИБДД, автобусы нередко попадают в аварии именно из-за неисправности тормозов или рулевого управления. Если к водителю пассажирского транспорта у проверяющих есть претензии, его отправляют в отделение и выписывают административный штраф. Автобус эвакуируют на специализированную стоянку, его нельзя будет использовать до устранения поломки. Также водителей во время рейда просят показать путевую документацию, справку о прохождении предрейсового медицинского осмотра, отчет тахографа о часах работы и отдыха. Согласно распечатке слота тахографа, мы смотрим, сколько водитель управлял транссредством. В случае выявления управления транссредством, превышающих нормы приказа Министерства транспорта, транспортное средство останавливается, ставится возле поста ГАИ до того момента, пока водитель не отдохнет. В отношении водителя также составляется административный материал с привлечением должностных или юридических лиц, которые допустили нарушение графика работы и отдыха. Таксистов проверяют так же, как и водителей маршруток и междугородних автобусов. Отличие – изучение информации в приложении о гражданине за рулем. После сверки данных сотрудники госавтоинспекции могут попросить и пассажира предоставить информацию о водителе. Если на каком-то из этапов проверки выявляется нарушение, таксиста просят завершить поездку. Работодатель мне вот документы дает. То, что они дали, у меня есть. То, что, значит, не надо было, если они не дали мне. Я же не на себя работаю, но так запах. Позвоню своему этому, пусть приедет или разберется. За этот год сотрудники госавтоинспекции провели более 45 аналогичных рейдов. Выявили 15 нарушителей. В их транспорте обнаружили технические неисправности. Еще пятеро внесли изменения в конструкцию своих машин. Максим Магомедов, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.